Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» — позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. «Ты даров взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна». И ведьма заперла девочку в зеркале. Все. Уснула. Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты параноик. Да не... А, ладно, прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу ее. С годами мой музыкальный вкус стал лучше. В смысле, мой? Мия любит готовить, и этого добра тут все больше. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Почти пришли.
Вот так, солнышко. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища из сказки. Все хорошо? Да, она спит, как младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чёрба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто... Вот мы встретились в Луизиане. Беременность. Потом Крис перевез нас сюда. Боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... А? Мия, ложись! Мия, Ань, Боже. Крис, какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Иди! Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Роза! Все, уходите. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. Боже. А.
чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Сука. Черт, что тут случилось?
Кто это сделал? Черт, где я? Может, они отошли?
Что случилось? Все просто убежали из дома? Нет, нет, я свой, свой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? Я не... О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Все, что есть. Бери! Бери. Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Что за... Мертвец! Стоп! Тут еще! Господи, Боже! Да что за хрень тут творится? Это, блядь, было!
Какого черта?
Все? Алло. Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы. На краю поля. Выжившие?